после того, как 38-летняя Меган Маркл, сложила с себя королевские полномочия, многие звезды шоу-бизнеса начали проявлять к ней большой интерес. А 50-летняя Дженнифер Энистон, и 44-летняя Анджелина Джоли, и вовсе захотели вступить в борьбу за звание приятельницы герцогини. Супруга принца Гарри хоть и подвергается критике, зато ее подругами хотят стать звезды первой величины. Сейчас Меган с мужем и сыном живет в Канаде. Туда же собирается приехать Энистон на съемки новой части фильма «Загадочное убийство» – «Murder Mystery». В планах актрисы сблизиться с герцогиней Сассекской. Она считает, что у нее больше шансов добиться расположения Меган, потому что откроет ей дорогу в большое кино. Кроме того, Джен думает впечатлить ее знакомствами с топовыми знаменитостями, цитирует инсайдеры издания «Экспресс». Однако планы на Маркл строит и Анджелина Джоли. Она готова вновь перейти дорогу Энистон, только на этот раз увести не мужа, а потенциальную подругу. Кинозвезда уверена, что герцоги Сассекские захотят с ней сотрудничать в рамках благотворительных проектов. Энджи имеет большое влияние в ООН. Актриса также может познакомить их с многими руководителями некоммерческих организаций. Она считает, что у нее больше преимуществ перед Энистон, добавил инсайдер. Ранее стало известно, что Дженнифер высказала восторг от игры Меган в сериале «Форс-мажора» Suits. Актриса хочет предложить герцогине вместе работать над кинопроектами. Подружиться с герцогами Сассекскими захотела и Мадонна. Певица предложила им переехать из Канады в Нью-Йорк и пожить в ее квартире. Принц Гарри тяжело переносит свой отъезд из Англии. Он скучает по родине и активно переписывается с друзьями.